Не доработано? Еще по кругу бегаешь. Это я все бегаю, я думал, кто бегает? Это ты закручиваешь. Постоянно влево тебя тащат. Я в руку выше. Ну это у тебя всегда давно так уж? Да, да, ты мне до этого еще говорил, давай помассируй. Пите. Что-то какая-то форма, да, у этого? Тимур Заман. Он не у тебя что ли там? Нет, у него какая-то она подделка как будто, или он ее задом наперед одел. Не, ну какая-то другая, да? Да, другая. Что он здоровый парень? В каком весе-то? 59. Фига, он крепкий. Спокойно, Руслан, спокойно, вот спокойно, Руслан. На левый. Руслан, ты красный? Да. Новичок сразу видно. С вами занимается? У вас там? У вас там? За линией? А, здесь? Сейчас народу побольше стало, да, чуть-чуть? Да и сейчас. Давай. Все слабенькие, да? А, нет? Не побольше? Что-то я не Посмотрим. Да что ты посмотришь? 500 рублей. Съемка. Ты что? Съемка платная же. Ты прям как мои группы шьются. У нас группа шьют тоже. Дай писать или что? Смотри, а брендинг. Правильно делаю. Какой правильный день? Информацию надо продавать. Информацию. Ничего нету. Сайт продал, где можно смотреть на эти подешевле. Ну я парочку продал. Слышь, у меня у друга жена в месяц эту херню на 15 тысяч продает. 99-го года, считай, первый год по мужикам, да? Даже ты уже стареньким считаешься. Чё, когда Башкирия? Я хочу брать. Турнир какой-нибудь, когда? Турнир какой-нибудь, когда будет? Давай я в Белебее спрошу еще, есть там 49, с кем поспаринговать? Тебя свожу как-нибудь на выходных, если хочешь. Давай. Ты пацанов поузнала еще кого-нибудь? Не знаю, на бензин мне скинетесь, я вас свожу. На бензин и питание мне скинетесь. Сам давай, чё? Сам пошли. А? Вчера? На работе был? А что, вчера интересные бои были? Ты боксировал? Нет. А я хочу, знаешь, что правда, потом вот я 51. Сегодня боксировал, вчера 51, а сегодня 56. А сегодня ты сколько вес был? Я остался на весе, знаешь, сколько? Ну я еще чуть-чуть, ну, вечером не поеду на тренировку. Я сейчас стараюсь не держать, как больно не гонять. Чё, они будут ли? Боксируют? Не знаю. Удары вносим. Безмикал. Ого, я на кого хочу? Безмикал. Наглухо. Безмикал. Я вас смотрел, не пути, где там проходит, короче, турнир, мастерский. Нет, я пока не смысла не вижу. Так далеко ехать. Ради одного боя в полуфинале. Но... Какой гидролик? Я бы лучше на Кирилла с тобой стоял. А? Да? Он по кальянам пользовался. Не пропускает. Эдик, иди мне список пара, вот этот финальный, ваши возраста принеси. Я, чтоб потом этот,
группе выступлю. Давай. Еще раз давай. Сжимай. Спасибо. А, ты мог с этим, да? С Андреевым Альбертом так попадаться мог? Что? Ну, тебе тяжеловато было вместо побольше. Нет, он не бьет, он толкает. Тимур вообще не напрягается, да? Можно же было бы напрячься и поэффектнее бой выиграть. Да, я ради этого пришел. Сейчас скоро Никитос вывесит, тебя накажет. А вы там свою победу один взял. Он тебя найдет и накажет.